Так, у нас с Виталиком начинается. Начинаю видео снимать, Виталик. Мы начинаем новый процесс. 7 PC. Пси. Пси. Да, а что-то 15, по-моему, должно быть. 10-15. Не, она что-то проминается все равно. Она должна как картонная быть. Как деревянная. Может, и насос должен быть такой. Да, мы с тобой получились, что мы с тобой неопытные в этом вопросе. Первый раз мы накачали, как говорится, это. Просто как надувную лодку, да? Ну да. Не, поднимается еще, не? Ну, десятка почти. Во, блин, а до куда гнать? 15, по-моему. По красному? Да. Угу. Но все равно жмется. Ну, я во, блин, видишь? Ну, с опытом. Может быть, сейчас она поплывет. Да, потяжелее стал? Ну, да. Но ты и тоже не мальчик фигачишь. У меня собаки еще дома. Танькина футболка у меня. Остин. Подарочная. Лыжа на дворе. Че, устал? Да, может, хватит десятки. А сколько там до туда? 10-11. Давай хотя бы приближенную. Давай 10. Ты правильно ты сказал? Может быть, тогда возьмем на реку этот насос? Ну, то есть на водохранилище. Я думаю, нам хватит этого. Да? Кошмар. Кому что хватит? Одному Богу известно. Все? Заработал, да? Ну да. Но все равно же это лучше, чем было тогда. Ну-ка. Ну она все уже, видишь? Но все равно проминается, видишь, угла. Если это углом давить, пяткой. Ну да. А так. То есть она дубовая. Дубовая? Нам главное, чтобы она была дубовая. Устойчивая. Все, пойдем? Пойдем. Холодную водичку. Не. Да, Виталь, я на москварике с собаками купаюсь. Вы после москварики можете быть. Для вас это будет казаться вон. Кто за мной тут подглядывает? Так, пакет какой-то замешался тут. Так. Там жарко на улице. Видишь, я даже Танькину футболку снял. Сейчас купальные шорты одену. Пойдем мы плавать, купаться. Да, можно ходить на улицу. Да, потому что вы чуете, что приехал человек. Да. Но вы его прекрасно знаете. Дай лап. Дай лап. И ты... Хватит лапать. Злат, ты лапу начинаешь давать? Дай мне, лапу. Дай мне лапу. Дай мне лапу. Ну, это кошмар. Все? Поговорили? Посмотрите, клыки показывают. Молодец. Чес, держи оборону. Чеза, держи оборону. Так, успокоились. Да, да, не ругайся на меня. Да, да, все, все, все. Меня зачем кусать? Все, тихо, я сказал. Кусает меня, смотри. Кусает. Смотри, какое поведение у лайка. Так, все. Все, поговорили? Поговорили? Вы даже не даете мне сказать ничего. Горячие. Все, 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 без нерв. Пойдем гулять? А зачем ты ее за жопу хапнула? Пойдем. Тихо, тихо. Виталик, держись. Выпускаю куст. Погнали. Они его все знают.
Тут ничего опасного нет, лайки все адекватные, поэтому просто в домик берегу под кондиционером, чтобы было лайком прохладно. Сейчас нюхают, все смотрят, лодка. Все, она рад тебя видеть, Виталь. Да, да. Злату все любят очень сильно. Да, белка хочет своей быть, но с характером. Все. Да. Да. Ты видел номер у меня? Че номер? Видел рамку. Рамку подарили. Да? Ну да. Нормальная рамка. Я людям это не буду показывать. Влад, все. Все, похулиганили, идите. Мы сейчас пойдем купаться. Все. Скупаемся. Вы поедете чуть позже. Чук. Да? Так, это белкуня. Белок себе. Доедай давай еду. Сейчас к себе. Каюр, ты дома? Каюр, фу. Злата. Даже не думай. Чеза. Чеза к себе. Чеза. Чеза. Ой, пей водичку, пей. Сейчас волосы, подожди. Включи матранга, а? На... А? Пойдем, ладно, все. Пока ночь не пришла, а то загар не ляжет, да, на наши руки. Давай, все, идем, иди. А Гром уехал. Туда, ну, Коля, ну, в лес туда. И его отправил. Мне больше стоял. Мне 4 собаки. Так, я взял водички с собой. Ты же видишь, как спокойно. Ну. Класс. Вкусная вода. Угу. Дай попью. Можно добавить заварку и заварить. Слушай, а это... А чай можешь туда этот... Опустим туда? Ну, я говорю, заварку. Нормальная вода. Может, пойдем поменяем? Пойдем поменяем. Что поменяем? Ну, хотя бы на холодную. Что у нас кипяток-то? Не, мы должны сейчас уловить самый загар. Смотри, будет на руки ложиться. Прямо такой раз. И мы с тобой загорим. Аж вспотел, бля. И ослик тут. Всем хорошего отдыха за это лето.